Правительство Хабаровского края поддерживает фермеров перед очередным полевым сезоном. С 1 февраля начался прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий, которая возместит до 50% затрат на погашение лизинговых платежей. Как отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия края, в 2024 году на эти цели будет направлено 45 миллионов рублей. Выделяемые средства позволят аграриям активнее обновить машино-тракторный парк. Государственная поддержка отрасли на техническую модернизацию осуществляется с 2016 года, а с 2021 года по поручению губернатора Михаила Дегтярева введена субсидия на погашение лизинговых платежей. Благодаря этой поддержке аграрии смогут пополнить свой автопарк новыми современными тракторами, комбайнами, посевными машинами и другой высокопроизводительной техникой, отметил начальник отдела инвестиций, развития, экспорта и кадровой обеспеченности краевого Минсельхоза Светлана Кондрашова. В прошлом году поддержку получили 12 аграриев. Они возместили часть затрат на погашение лизинговых платежей в размере чуть больше 17 миллионов рублей на 44 единицы новой сельхозхозяйственной техники. В их числе 9 комбайнов, 11 тракторов и 24 единицы навесной и прицепной техники. Компенсация составила более 40% затрат на лизинговые платежи. Всего в хозяйствах края насчитывается более 500 тракторов, более 180 комбайнов, более 100 грузовых автомобилей, более 240 единиц прочей сельскохозяйственной техники. Редактор